Добрый. Но. Но я тебе там... я тебе там материал скинул. Видишь? Ничего не вижу. Вижу тебя, вижу. Нет, когда сейчас кончишь говорить, там увидишь, я материал тебе скинул. Ага. Важный материал мне прислали, там все собрано. Ну тоже, что и мой материал. Что там у вас? У нас все нормально, тихо. Снег идет. Снег идет? Второй день снег идет. Понятно. Хорошо. Так. А ты, Любит, а ты Любу поблагодарил, что за носки, которые связала? Нет, еще нет, не сказал. Ну скажи, когда холодно, я надеваю на ноги. Правда, меня моль их побила, но они для меня очень хорошие. Долго берег, наверное. Ну да. А видишь, надо прятать там, где моль не есть. Ржа. Она не ест стреляет. Везде. Куда ни спрячь, везде ест. В одном месте нету. Ну, может никогда. Быть так. У нас была одна мышка, которая вместе с нами постилась. Да. В Потеряевке. Я когда говорил, люди не верили. А когда показал, поверили. Как пост наступает, она постно только ест. Ну, а больше ничего нету, да что? И что, с голоду-то помирать, что ли? Ну, ладно. А мне сегодня что-то многие звонят, там, с общины, это все там... Очень недовольны, что-то как собрание было на одного человека. Прямо до того, что-то все... Хоть в храм не ходи. Ну, а я молчал. Ну, а ты, говорит, вот, они мне этот вопрос... А почему Игнат Тихонович молчит, ничего не говорит? Это, ну, я говорю, что... Не знаю, спрошу. Ну, ладно, что... Это означает, ну, ладно, люди честные, искренние, камни за пазухой не держат. Ну нет, ну он уже достал всех там это. Ну, ну что сделаешь? Так нельзя. Никак. Вот нельзя. Ну ладно. Нельзя. Приеду, тогда поговорим об этом. Ну да. Ну все нормально. Ты у Иосифа-то был, как он там? Ну, сегодня было, как сегодня у нас что, служба была, потом занятия были, ничего, он жив-здоров. Так, а кто занятия ведет? Ну, что ведет? Я сижу, а там читают, и потом рассуждаю. Сегодня Стефан читал стихи, а толкование Иосиф читал. Так, кто там недруг, никогда, чтобы больше нигде не преподавал, не читал. Это место для него навсегда заказано. Там новые люди приходят, видимо, с них, тоже с разными именами, и те же самые клеветы повторяют на интернет. А те говорят, так это же оттуда идет, с Потеряевки. Я говорю, только делов. Я не знаю, не считаю. У меня работы хватает. Вчера я проповедь говорил о воде. Какие признаки воды, и почему Господь так заботится об этом, и что за чудо такое. А сегодня я говорил о Писании, о книге. А что значит книга? Почему Библия не имеет названия? У Библии нет названия. Там бывает книга «Родная речь», там «Пушкин». А у Библии нет названия. Ну-ка. Слово Божие. Там нет слова Божие написано, а просто Библия. Библия означает книга. В переводе с греческого она есть книга. Она книга единственная книга. Библиотека что означает? Библиотека. Книга-хранилище. Книга-хранилище, да. Вот так. Хорошо, время прошло у нас. И благодарим Бога. Все. Давай. Так. О, отошел.